Что же испанк, ответьте мне, ответьте, господа, интернет. Теоретики, вы все знаете, вы асы сетевой патетики. Но я теорию манал, дайте же конкретики. Расскажите все, что знаете про вызов большинству, про протест, социальность и оппозицию. А когда вы все разглагольствовать устанете, я изложу точку зрения свою. Прошу минутку внимания. Панк — это слово из четырех букв. Панк — это слово из четырех букв. Из четырех букв. Из четырех букв. Вы поражены, вы в ярости и панике. Как же это так? Всего из четырех букв.